Приветствую, величайшая. Оцени, пожалуйста, ник и видео, которое я сделал для тебя. Венецианский каннибал. Человек, которого я ищу, известен в определенных кругах. Его гениальность неоспорима. Я никогда не ошибаюсь. На его счету 14 джеков. Так-то лучше. Официально подтвержденных. Зло внутри него чудовищное. Вы задумывались о том, что он может охотиться на вас? Трачу на это от 30 секунд в день. Так мало? Его имя. Алло? Дерево. Я посадил дерево. Цаль, стример. Знак зодиака Скорпион. Живет на Венеции. Погодите, слишком близко, и он убьет вас тоже. Уж не пытаетесь ли вы... Откуда эта музыка? Музыка вот эта вот откуда? Такое знакомое что-то. ...вычислить мое местонахождение. Стрим-снайперам смерть! Сколько сможет держаться... ...человек? А вот так? Прежде чем наконец вернется... ...дави говно! ...к своему любимому делу. Откуда эта музыка? Здорово, сын говна. А я все думал, когда же ты появишься? Откуда это пианино? Это моя игра. Бля, напомните срочно, откуда это пианино? Знак зодиака Скорпион. Откуда, блин, настолько знакомо? Это точно с чего-то, что я прям хорошо знаю. Живет на Венеции. Украина. Подойдете слишком близко. Откуда это пианино? Откуда? Уж не пытаетесь ли вы вычислить мое местонахождение? Стрим-снайперам смерть! Сколько сможете... Я не могу вспомнить, откуда это пианино. Это точно что-то прям супер знакомое. Окей, прикольный видос. Я ждал худшего. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.